Всем огромный привет! Хочу показать свою косметичку, которую я собрала на январь месяц. Почему-то фантазии в январе у меня оказалось немного, очень долго я тянула с этой косметичкой, но в итоге я ее все-таки собрала и не так уж и много средств отложила. Но, видимо, такое настроение зимнее, морозное, что сильно краситься не хочется. Но, тем не менее, удар у меня оказался больше на средства для губ. Давайте я вам покажу все по порядку. Начну с базы. Базу я оставила с прошлого месяца от Inyou. Это Avon, заряд энергии. Это крем для лица совершенства, мгновенное выравнивание. Это называется у них Perfect, как-то так. Очень хорошая база, мне понравилась. Я не знаю, как эта база себя ведет на жирной коже. На моей нормальной очень хорошо поры. Она вот прямо прячет, закрывает, но у меня их немного, конечно, но настолько классное выравнивание идет, на ощупь сплошные силиконы, но выравнивает поверхность идеально, прямо вот нравится, и на ощупь она прямо классная-классная, поэтому оставила это средство, буду им пользоваться вновь. Хочу отметить, у нее парфюмированный очень приятный аромат. Ну, прямо несколько раз сказала «очень», потому что вот именно так она у меня ассоциируется. Тональное средство взяла от Faberlic. Это анти-эйдж, в общем, возрастной тональный крем. У меня он оттенок, ну, я не знаю, какой тут оттенок, 61-99. Корректирует недостатки кожи, придает лицу ровный тон. Это действительно так. И антистрессовый эффект. Моделирует лицо. Но, в общем, хорошим, самолаживающим как бы эффектом. Так вот, плюнули. Сейчас его переиздали. Сейчас он выпускается в другой немножко упаковочке. Вот так он смотрится. Наносится без проблем. Наносится хорошо. Кто-то из девочек отмечал, что типа аромат не очень приятный. Ну, не знаю, я как-то вот тональные средства особо не нюхаю, поэтому на такие вещи я внимания не обращаю. Потому что аромат, он тут же выветривается. Ну, не знаю, обычный аромат косметический. Вот, смотрите, полностью с тоном кожи сливается. Его незаметно, сильно не перекроет, но лицо делает достаточно красивое. Небольшое, мне кажется, вот это вот свечение, здоровый блеск есть. Еще в этом месяце я оставила, не оставила, а взяла Perfect Tone, идеальный тон. Это матирующий уже тональный крем. Так, где тут артикул-то? 62-73, вот, наверное... Если я ошибаюсь, то вы увидите артикул тогда в другом месте. Но вот, мне кажется, вот этот в начале. Вот этот вообще классный тональный крем. Он у меня заканчивается. Вот тут вот немножко осталось. Он прям легкий-легкий. Я его, наверное, с удовольствием добью. Мне его дарила Катюшка Путякова. И сейчас у меня в запасе, как только этот закончится, сразу открою. Таня Рзаева подарила. Поэтому благодаря девчонкам я снова с этим тональным кремом остаюсь. Пудру. Пудры я взяла две, но у меня вот завтра буквально придет от Faberlic заказ, и там будет две новые пудры. Скорее всего, эти две, которые я вам сейчас покажу, они быстренько заменятся завтра на новые. Но взяла я от Bourjois вот такую вот пудру. Она рассыпчатая, она бесконечная буквально. Это второй тон. Розы Росси. В общем, вот давайте я вам покажу. Вот такое название имеет. И вот так. Я ее наношу кистью от Mary Kay. Кисть мне совершенно не нравится. Вот эта. Она очень жесткая. Девчонки мне ее советовали стирать шампунем и бальзамом для волос. Действительно становится немножко мягче, но она все равно колючая. Но вот такие пудры, вот так, она очень хорошо набирает. То есть она вот как-то
созданы так тут волокна, что она очень хорошо набирает и распределяет по лицу. Но вот эта колючесть мне, конечно, не нравится. Будет возможность, я ее сразу заменю. Пока вот не добрались руки до кистей. Как-то на кисти я всех меньше внимания обращаю. А на самом деле это зря. В прошлом месяце я добила тушь от... Не тушь, а пудру от Faberlic. Хочу в этом месяце добить пудру, если получится, от Verime. Это Oriflame. В отличие от Faberlic, вот эта пудра, она замыливается. То есть ее постоянно нужно вот подчищать, снимать этот замыленный слой. Вот я вам показываю просто. Ну, это можно делать скребком, это уж сейчас я ногтем. И тогда она начинает как, ну, работать. Но, в общем, последний месяц я с ней. И потом ее уже выкину, и на смену ей приходят две, и они будут меня радовать больше. Это хорошая была пудра, пока она была целая, но вот когда стала замыливаться, уже от нее толку стало мало, поэтому ее пора заменять. Для бровей неизменная палетка от Avon, я ее показываю на протяжении 2 лет, наконец-то образовалась хоть какая-то дырочка. Очень мне нравится. У меня брови, в принципе, требуют только между волосками немножко заполнить, ну, где там немножко светится кожа. Брови у меня в хорошем состоянии, как бы они всех меньше требуют внимания. И поэтому она у меня вечная, бесконечная. Я ей пользуюсь и пользуюсь. Румяна. Пока морозы и щеки так и так красные на морозе, я взяла... Румяна вот эти от Faberlic. Давайте покажу поближе артикул. Наверное, 62-50. Вот это. Эти румяшки, они очень-очень такие светленькие. Ими захочешь, не переборщишь, их почти не видно. Вот. Небольшое такое розовое свечение они, конечно, дают. Если так присматриваться, то видно. Но мне вот именно чисто на морозы. Так вот девчонки, например, со смуглой кожей говорят, что это румяна ни о чем. Они ничего не делают, на лице не видны. Ну вот мне небольшое, я не знаю, видно ли на камеру вам. Но я вижу небольшое вот розовенькое пятнышко. И вторые я взяла, когда потеплеет и уже нужен будет цвет. Это от Tiande в номере 3. Да, тон 3. Вот эти румяна вообще, они красивые, натуральные. Ими можно переборщить. Но если нанести столько, сколько необходимо, они дают красивый такой немножко загорелый румянец. Вот. В общем, вот такие средства для лица. Дальше я не показала еще одно средство тоже. Оно у меня на добивание поставлено от Max Factor. Ivory 303 тон. Часто я показываю этот корректор. Тут уже прям даже, я не знаю, в любой момент закончится. Видно, я его уже, в принципе-то, вот до сюда докрутила. Наверное, вот это место тоже еще будет крутиться. Вот пока крутится, видите? Давайте на этой руке покажу. Это очень классный корректор. Правда, вот я вам не успела показать. Тут был маленький-маленький такой розовенький прыщичек. Ну, не прыщичек, а кот когтем цепанул. Ну вот, я его, в принципе, спрятала. Очень хорошие корректирующие средства. Я его люблю. Вот все время благодарю Надежду, которая мне прислала. Надюш, спасибо. Если смотришь, вот очередное тебе спасибо. Хорошее средство. Всем рекомендую. Далее давайте покажу тушь. Туши свет. Так. Давайте покажу, который я сейчас пользуюсь. Это от Faberlic. Вот такая тушь. Мне ее Викуля Попридухина присылала. 52-61 в розовом цвете.
классно она рисует, ничего не надо стараться, как-то там слои накладывать, что-то ждать, спокойно накрасила и пошла. И ресницы красивые, пушистые, объемные. Очень мне нравится эта тушь, вообще классная. От Avon у меня заканчивается. Вы знаете, каждый месяц я вам ее показываю, но я ей не пользуюсь, потому что когда есть лучше, вот это даже не хочется брать. Поэтому я думаю, что может быть в этом месяце я ей еще покрашу, и скорее она у меня уже пойдет в пустые банки. Еще есть две туши, которые я вам покажу просто быстро. Это цветные туши, каждый месяц я их показываю. Первая Very Me, голубая тушь, бесконечная. Я, конечно, в зимнее время реже ей крашу, но она, ей вообще ничего не делается. Она у меня просто из косметички в косметичке. Из косметички в косметичку перебегает. И вторая от Кабаре в третьем номере. Сначала это было вообще ни о чем. Она была какая-то непутевая, ничего не красила. А потом чуть-чуть раскрасилась. И сейчас время от времени я ей пользуюсь. На вид у нее вот видно комочки как бы там собираются. Но тем не менее немножко раскрасила. И на твердую троечку она хорошо работает. Вообще вот я хочу сказать, от Кабаре черная тушь вместе с этой небо и земля. То есть вообще удивительно. Либо вот просто зеленый цвет вот так вот послабее. Но я ей все равно пользуюсь. Потому что когда нужен вот такой зеленый, она меня выручает. Так, что дальше? Давайте по карандашам быстренько пробежимся. И уже тени и помады покажу. Так. Из месяца в месяц идет у меня вот этот вот каял черный. До чего он мне нравится? Он вообще не кончается. Я не знаю, я тут вот чуть-чуть, он был острый, вот я его чуть-чуть затупила. А последнее время вот только им и пользуюсь. Прямо настолько классная штука. Я не знаю, я вам ничего не показала. Потому что уже каждый месяц показывают одно и то же. Вот такая вот штука. Я не знаю даже, где это продается. Я когда только-только зарегистрировалась на Ютубе, не зарегистрировалась, а начала выкладывать ролики. Увидела у какой-то девочки конкурс. Написала «участвую». И где-то через месяц эта девочка мне в личку написала, что «ну что ж ты не обращаешься, ты у меня в конкурсе выиграла». А я и понять не могу, какой конкурс, уже забыла обо всем. И вот таким образом мне этот вот каял приехал. С тех пор я ни в конкурсах не участвую. Но вот каял у меня есть, и еще там некоторые средства были от этой девочки. Вот, такой у меня прямо счастливый опыт конкурсов был. Так, вот такие карандаши. Я не знаю, стоит ли останавливаться от Катрис. Я просто уже оды пою этому карандашу. Викуля, наверное, уже сейчас думает, опять Света сейчас мне спасибо будет говорить. Да, Вика Попридухина, спасибо огромное. Давайте я вам так быстро покажу. Классный карандаш. Это в номере 30, по-моему. Да, вот тут написано номер 30. Они есть в разных цветах. Но вот этот прямо Вика настолько угадала, настолько он красивый. Тут и золото, и переходящее в коричневый. Поэтому его хорошо видно. Вот я вам сейчас покажу еще одно золото. Мне его присылала Танюшка из Тюмени. Это от Мэри Кей золото. Но тут золото уже вот светлое золото. Видите, какая разница? И когда мне нужен такой карандаш, я пользуюсь этим. Когда нужен другой, другим. Они хорошо переходят один в другой. Вот, видите? Можно даже их комбинировать и вообще делать очень-очень красивый макияж. Так, белый каял просто покажу. Он даже не белый, а такой в розовинку. Это на водную линию под глазки от Yves Rocher. Многие такое имеют, многие такое заказывают. Ну, в общем, это от Yves Rocher. Не буду рисовать. Зеленый оставила в этом месяце. Это от Avon карандаш. Я не помню, он стойкий или нет. Но у меня он никуда не скатывается, нигде не отпечатывается. Могу накрасить и 10 часов ходить.
и он будет вот как приклеенный. С этим карандашом как раз вот эта тушь прямо самое то. Ну, для меня, для моих глаз. Вот. Единственное, глаза не такие выразительные, как с черной тушью, потому что они как бы в зелень уходят сразу. Ну, вот. Но мне нравится. Следующий от Avon карандаш коричневый. Я его, наверное, тоже каждый месяц показываю. Так, где оно название? Они теперь дизайн поменяли, и название-то никак не найдешь. Ну, давайте я так покручу, и вы, возможно, найдете это название. А вот. Brown Sugar. Сахар какой-то. Так, вот такой чист коричневый. Одно время я вообще черными не пользовалась. Это вот сейчас я в тот врезалась, в каял. Пользовалась только коричневые или цветные. И еще один оставила карандаш. Но тут уже на старом месте название. Видно, да, какой это? Тоже диамант. Давайте его тоже посмотрим. Он такой серо-синий. Видите, красивый цвет, от серого в синий уходит. Красиво играет на глазках, нравится. Вообще карандаши от Diamant я люблю. Если вы любите, чтобы были блестки в карандашах, то вам они тоже понравятся. Если не любите, то, конечно, это не ваше. И мой самый любимый в номере 070 карандаш для губ, которым я могу заполнять и губы. Я не знаю, как показывать. Вот. Что это за фирма? Ну, в общем, вот такая. Он у меня из косметички практически не уходит. Вот такой красивый. Я, как сказала, уже люблю им просто как матовой помадой заполнять все губы. И смотрится очень красиво, не подводит, никуда не девается. Контур у губ отличный остается. Прямо палочка-выручалочка. Все, переходим теперь к теням. Теней у меня просто минимум. Первая палетка Naked 2. Это китайский вариант. Часто, когда я говорю про эту палетку, говорю, что это китайский вариант, девчонки начинают переживать, как ты покупаешь Китай. Эта палетка, ну, просто проверена уже почти всеми ютубовцами. Очень многие подписчики ее заказывали, все остались рады. Китайцы молодцы, сделали ее классно. Вот так она смотрится. Цвета просто бесподобные. Если вы сильно не переживаете, как я, то вам тоже понравится. Так, давайте где-нибудь... Бесподобно. Вот так они смотрятся. И вот вся палетка в таких красивых-красивых оттенках. Ой-ой-ой, простите. Я как всегда. Пока пинка не дам. Ролик не удался. Ну, зато поровнее стало. Так, давайте еще какие-нибудь покажу. Тут видно, есть матовые, но матовые я не очень люблю. Вот этот матовый очень плохой. Этот матовый хороший, этот черный я им не пользуюсь. Давайте еще несколько цветов я тут понабираю. Какие я еще не брала. Давайте вот этот. Может быть, я и повторила какие-то цвета. Ну, в общем, они красивые, отличные. На глазах хорошо сидят, смотрится хорошо. Цветоотдача классная, натуральные цвета. Ну, вот прямо всем хороши. И сделаны они отлично. Мне нравится. Пользуюсь я ими уже около 2 лет. И очень нравится. Так, следующие тени, которые я взяла, это от Faberlic. Это когда хочется, знаете, макияж без макияжа. Так, оттенок, цвет.
54-27. Они не сильно яркие. Один цвет матовый идет, и второй сатиновый. Спокойный дневной макияж. Вот когда надо куда-то на деловую встречу сходить. Прямо отличный макияж получается. Нравится. Вот это коричневую стрелку легенькую карандашиком от Diamant. Черный тушь. Тушью и вообще. И ты принцесса. Следующие тени. Так, сейчас я пальчик сотру. Приготовила сразу, чем стирать. Следующие тени хочу показать. Это только-только ко мне приехали недавно в посылочке. От Art Deco. Вот такая красота зеленая. Это Оленька мне прислала. Оля, спасибо. Какая же это красота. Сейчас я вам покажу. Это моя любимая зелень. И зелень такая прямо с нежным-нежным таким свечением. Смотрите, как они мне нравятся. Ими не переборщишь. Они и заметны на глазах, и делают взгляд такой какой-то томным. Видите, их можно и бледно, и ярко. То есть их же растушевываешь, и вот уходит вот это вот золотое какое-то свечение в сторону. Красивые. Я с ними уже не раз ходила. Вот, вот такой цвет. Прямо классный. Они магнитные, поэтому эти я еле отлепляю. Прилипают к железной. Вот такой вот от Art Deco 47 оттенок. Они у меня отдельно, у меня нет палетки магнитные. Но не страшно, у них хорошая упаковка, они закрыты, поэтому не потеряются. И еще одни взяла тени. От Eye to Eye их уже нет в Faberlic. Были 55-15 артикул. Тоже в зеленых цветах, зелено-коричневые. Это тоже на день макияж без макияжа. Едва заметный он. Ну вот так-то, конечно, поярче, когда на пальчике. Но на деле, по факту, вот, видите, они очень бледные. То есть вот как вот эти вот такие светлые, так и эти. Здесь отдача хорошая, а вот переносишь, когда кажется слабо. Но это хорошо. Это хорошо, потому что бывает нужен именно такой макияж. Не хочется идти яркой. Нужно, вот, чтобы едва заметный, просто выразительными стали глаза. Тогда это прямо вот в помощь. Это мне Жанюля дарила эти тени. И я ей очень-очень за них благодарна. Так, с тенями все. Вот я в этом месяце прямо совсем скромно взяла себе теней. Ну, потому что хочется вот эту палетку поработать именно с этой палеткой. Я ее очень люблю. Она у меня какое-то время все лежала. Я ее не брала. А сейчас будет возможность именно с ней позаниматься. Ну и давайте по помадам. Ну, вот с помадами я не растерялась, как всегда. И практически взяла последние новинки. Очень захотела я попользоваться от Oriflame вот этой палеткой. Тоже Оля мне присылала. Давайте я открою, покажу. Вот такая красота. Я еще вот прям, видите, ни одного сводча не сделала. Я буду ими пользоваться в этом месяце. Они красивые. Вот они какие. Какие-то с блестками. Какие-то матовые. Ну, прямо вообще супер. Ну, давайте какой-нибудь один цвет. Так, мне бы опять камеру только не пнуть. Посмотрим. Давайте вот этот. Ой, какой, видите, насыщенный. Ой, какой красивый, сиреневый. Очень красивый. Ой, я уже хочу такой. Думаю, этот цвет у меня первый пойдет. Единственная кисточка еще не разработалась. Ей пока неудобно. Ее надо намочить и высушить.
Вот такой красивый цвет. Прямо ух ты какой. И давайте он посветлее какой-нибудь возьмем. Сейчас я кисточку протерла. Так, и давайте вот этот посмотрим. Тоже он такой. А видите, кисточку проработала уже. Так, не набирается, как она первой ткнула. Так. Давайте вот здесь. Но он уже светлый. Больше идет как блеск. Да, этот уже, видите, идет как блеск. Но я пока больше не буду возить. Хочется палеточка, чтобы новенькая была. Но если будет красиво и мне будет нравиться, я буду появляться в роликах с этой палеткой. Так, сейчас я тени уберу, чтобы мне уже дальше показывать вам только помады. Следующая помада, это недавняя моя покупка, 400-400-65 от Faberlic, у которой окошечко идет вот здесь. Вот такая она сочного цвета. Ну вот рядом с этой она не настолько, конечно, сочная, но ее достаточно видно. Вот. В стике она кажется темней. По факту она чуть-чуть светлее. Но ее хорошо видно на губах. И смотрится она красиво. Следующая помада от Avon. Это из серии сияющая, мерцающая от Lux. Опять, конечно, ногами. Вот. Видно название. Давайте посмотрим цвет. Она вся прямо в блесточку. Это вот полностью стик. Он у них небольшой. Вот такой красивый. Вот такая красота. Ну, нравится он мне. Вообще, я посмотрела, у меня очень много золота в этом месяце. А то ли Ткачёвы прям совсем недавно приехали вот эти две красотули. Это пробники от Clarins. Но тут такие пробники классные, что ими можно долго-долго пользоваться. 705 номер. Я сразу оставила обе. Это вот, считай, такой огромный пробник. Плюс еще там внутри можно кистью использовать дальше. Кстати, у пробника веса столько же, сколько у Avon вот в этих помадах. Представляете? Оля, спасибо тебе огромное. Очень мне понравились эти помады, обе. Они разные. Вот я вам сейчас показываю номер 705. Никогда у меня не было ничего подобного. Очень-очень приятно. И вторая в оттенке 07. Ну, тут есть, конечно, и название. Давайте посмотрим вторую. А вот это полупрозрачная, можно так сказать. Потому что смотрите, какая она сочная в стике. И видите, она очень-очень нежно ложится таким прозрачным глянцем. Хорошо светится. И вот это максимально. То есть ее наслаивать смысла нет. Такого цвета не добьетесь. Вот она идет как блеск для губ. Вот. Я уже переборщила. Вот. Очень мне она нравится. Я ее сейчас даже в кармане ношу. Понравилось, потому что очень. Вот такие помады. Еще одна помада тоже на морозы взяла от The One. Faberlic. Давайте тут посмотрим цвет. Так называется цвет. Вообще, хочу сказать, что в морозы очень красиво все, что с блестками. Потому что снег блестит. И когда губы блестят, тоже смотрится красиво. Но это мое мнение. То есть у кого-то, может, оно другое. Вот я считаю так. Очень красивые тут нежные блесточки идут.
никуда не деваются, по лицу они вроде бы не размазываются, но я как бы их на этом не ловила. Вот. Еще одна помада, это Maybelline. Это тоже от Оленьки, только миссис Смит. Привет, Оленька, спасибо. Девчонки, вообще всем огромное спасибо. Избалованная я. Номер 705, я, наверное, сказала. Помада очень интересно смотрится. Тут спонж в форме помады, сама упаковочка, видите? На самом деле она внутри жидкая. Ну и давайте посмотрим, какая. Вот так она смотрится. Как блеск ложится. Нежно-розовая. Имеет такой глянец. Вот видно на свету. Светлая, приятная, красивая. Ну и дизайн, конечно, очень интересный у самого тюбика. И я взяла три блеска для губ. Тоже все три являются для меня подарками от девочек. Давайте я вам покажу первый от Divage. Вот так вот название. Вот такой номер 3204. Такой красивый, сочный цвет. Тоже решила, что в морозы он будет очень красиво зимой. Сочно, красиво. Я в морозы не очень люблю нюдовые цвета. Они теряются, лицо становится краснее, чем эти бледные губы. Поэтому, хотя тут и есть светлые, ну, что-то я ношу дома, что-то на улицу. Вот. Это помада от Bourjois. Ну, это блеск. Так, где у нас? 03 оттенок. Все это подарки от девчонок. Оли меня избаловали. И вот такая красота. Уже более светлый. Некоторые чуть-чуть схожи между собой, это не страшно. Одна у меня в сумочке, другая на столе, третья в кармане. Поэтому все оно всему свое место, как бы так можно сказать. Это блеск для губ сияющий. А вот от какой? Vivien Sabo. Вот здесь написано Vivien Sabo. И номер 23. Давайте. Тут уже чисто блестки. Это хорошо поверх ярких помад. Либо когда не хочется помаду, хочется просто, чтобы чуть-чуть сверкало и светилось. Ну, прям чисто прямо блесточки. Очень красиво смотрится сам футляр, да? Прямо такая красота. Вот. Вот такая вот у меня косметичка. Вот такие вот у меня получились помады в этом месяце. Сейчас разложу их по карманам и по сумочкам. Как я уже сказала, что кисти — это то, на что я всех меньше внимания обращаю. Поэтому я на них никогда не делаю обзоры. Они у меня самые банальные и стандартные. И вот то, что я буду пользоваться в этом месяце, я вам показала. Сейчас жидкость, в которой я смываю макияж, у меня от Faberlic двухфазка. Очень хорошо смывает глазки, мне нравится. Сейчас она мне помогла смывать вот эти макияжи, которые на руки я наносила. Классно работает. Прям вообще идеально смывает полностью. Все, спасибо всем за внимание. Спасибо всем, кто был со мной. Оставайтесь со мной. С завтрашнего дня, я надеюсь, начнутся интересные ролики. Уже я буду получать заказы и показывать вам, что же я заказывала в наших любимых компаниях. Всем пока, до новых встреч!